То есть, мне было всего лишь один день, одну серию, и уже тут столько всего поменялось. Вот ты мне скажи, вот зачем нам в игре в кальмара собака? Ну ты же понимаешь, что ей здесь не место, здесь опасная зона, опасная игра. Кто ее вообще сюда притащил? Вернулся самый главный нытик сия Руси, да? Вот даже подписчики в комментариях писали в прошлой серии то, что нет Хирейда, нет криков. Вот опять вернулся, опять ноет что-то. Иди сюда, Собакин. Опять ему что-то не нравится. Вот, познакомься. У него, правда, еще нет никакого имени, но это будущий подарок Кати на ее день рождения. И он сейчас член нашей команды. А, так это подарок Кате, ну тогда хорошо. А чё её никак не зовут до сих пор? Потому что имя питомцу не так просто придумать, как ты думаешь. Я вот думал, но чё-то вообще ничего на ум не приходит. Ну слушай, давай тогда его будем называть как-то, ну, по-банальному пока что. Бобик, пёсель, не знаю, Мухтар. Единственный Бобик в игре в кальмара, это ты, Хрейд! Всё, отошёл, давайте в сторону. Я ж надеюсь, никто не против то, что Собакин это новый участник игры в кальмара. Я против, у неё лапки, она не считается за игрока. И я против, она меня вообще в прошлой серии подставила. Ну лично я не против, она миленькая. Чтобы ты знал, Хрейд, в предыдущем видосе игры в кальмара Собакин победил и занял первое место. И победил он в финале, кстати, Ксению Андреевну, поэтому так... Да, еще победил, собака... куда ты бежишь? Иди сюда! Не надо со мной! Выйди на улицу, а! Ну и ладно, ну и сиди тут со своей собакой. В этой серии я точно победю. Победительница недоделанная. Ага, мы еще посмотрим, кто сегодня победит. Тыкай на кнопку, Собакин. Тебе единственному, кому я разрешу на нее нажимать. Ну что, детишки-ребятишки, выходим на прогулочку. Давайте. Не под домой все сразу, я вас всех ждать не буду. Давай, Клайп, вылезай. Вылезайте сразу. Да, сразу все на улицу. Сразу все в шеренгу выстраивайтесь здесь. И я вас, кстати, поздравляю. С чем ты нас поздравляешь? А с тем, то что сегодня в прятках ни один живой человек не выйдет из этой комнаты. Потому что у меня сегодня есть... помощник, у которого превосходный нюх, который услышит, как ты воняешь, Хрейд, за 2 километра. Поэтому тебе бы получше бы спрятаться. И сегодня, кстати, да, целых 3 надзирателя получается. Ну, точнее, я, Бонан и Собакин. Вот ты серьезно сейчас? В смысле, какой Собакин? Да это нечестно, он же унюхает нас за всю карту. У него надзиратель, еще и собака. 60... Поняли, побежали. 57 53. Бонанчик, забеги, пожалуйста, туда внутрь. Нажмешь на кнопочку, чтобы вот это таймер запустить. А ты, Собакин, сюда, на меня смотри. Твоя задача в первую очередь найти этого Хурейда, чтобы он больше не бомбил, не кричал и не плакал. Ты все понял? 4 3 2 1. Раунд начался. Давай, Собакин, нюхай вонючего Хрейда, давай, в первую очередь к нему, ну я как бы, я тоже буду проверять какие-то места вдруг. Подожди, Собакин, там на улице, здесь точно тоже... Уйди! Ты что натворил? Нашел Жеку Плея! Давай, побежали, нюхай. Давай, веди меня! Давай, пошел! Какой ты молодец, Собакин! Ты на Экзанила привел, ты на Хрейда привел, и я еще Жеку Плея запердохал. Давай, побежали дальше. Да я за всю игру только Клайпа нашел. Где вы все прячетесь? Это как их искать? Ой, нюхай, Банан, нюхай, просто нюхай. Вот прям как Собакин. Вот,
Молодец, банан! Продолжай! Да как эту дверь-то открыть, а? Плохо пахнешь! О, там чик! Да в смысле, как вы меня нашли вообще? Побежали! Я уверен, что здесь точно кого-то, никого нет. Давай, повел в другое место. Тебе лучше виднее. А, здесь мы уже были, я дверью просто ошибся. Ты где? Просто джекпот настоящий! Банан! А, ты передо мной еще дверь закрываешь? Ну как так? Банан, ты просто бесполезный! Я с Собакином уже человек 8 нашел! Ты чем вообще занимаешься? Я пытаюсь их вынюхать, только у меня не получается ничего. Собакин! Ты не теми делами занимаешься, а людей нюхай! Давай, быстро! Где мы с тобой еще не были? Подожди, здесь никого нет. Здесь же вначале где-то есть какая-то нычка. Так, здесь тоже никого нет. Ищи, да, подожди. Опа! Привет! Я уже думал, здесь кто-то спрятался. Я знаю то, что там есть любители, которые бегут. А здесь трупак чей-то валяется, простите, пожалуйста. Залезай, погавкай! Соня, беги, Соня! Мамашка, убегай! Так, там, нет! Кто-то... Стой! -2, батат! А как ты это сделал? Вынюхал! Тоже плохо пахнешь, Сосина! Мыться чаще надо! Это тебе мыться чаще надо! Бананчик, 3 секунды осталось и... Здесь 2 человека где-то рядом были. Вы где вообще здесь заныкались? Я с Собакиным здесь все. Я здесь все смотрю. Как? Ты? Как ты не учуял Натаху через вот эти баннера, Натаха? Потому что я моюсь, в отличие от всех остальных. Вот это вот правильно, не то что Херейд, которого мы вообще первого нашли. Херейд здесь реально хуже всех пахнет. Моментально его вычислили, да, Херейд? Вообще-то мы Жекуплея первым нашли, что-то наезды. Жекуплея я сам нашел, а тебя именно Собакин нашел. Правда, жалко то, что Собакин банана обкакал. Но он еще щенок, ему как бы это полагается. Честно сказать, вообще не знаю, что бы я делал без тебя, Собакин. Потому что банан сегодня максимально бесполезен. Учитывая результаты всего первого раунда, выживших осталось только Натаха. Которая реально, походу, хорошо помылась, ее даже Собакин найти не смог. Молодец, Собакин, молодец. Вот так этой Натахе и нужно. Да ты что, совсем что ли уже? Вместо тебя собака двери открывать будет? Ну так не зря же он мой помощник. В предыдущем раунде он тебя вынюхал, Херейд. В этом раунде он дверь открыл. Вы все стойте там внутри. Стойте внутри. А пока вы будете там стоять внутри, я запускаю картошку. Вы сейчас там все вместе просто взорветесь. Так, картошка у картошки. А почему я первая-то? Херейд, иди сюда. Это вообще как? Картошка у картошки? Ну, ладно, это, Собакин, подойди сюда, пускай они там все взрываются, бегают, иди сюда. Твоя задача кардинально проста. В первую очередь охотиться на Херейда и закусать его просто почти до смерти. Вторая задача заключается в том... Да ну так нечестно! Вторая задача заключается в том, чтобы сталкивать всех те... Ой, Ставильчик! Все те... Собакин, сюда потом! Нет, ты собака... Собака! Ты чё, ненормальный? Ты чё, собаке картошку передал? А чё, поблизости никого не было? Собака, главное, не гори за мной, ё-моё! Да господи, если она взорвётся, я тогда никакой Кате подарок передать не смогу! Ах ты ж шурма, шурма ходячая, ну стой! Сталкивать! Всех сталкивать! Тех, кто забирается на деревья, на дома, вот туда, на гору, Сосина, там нельзя тусоваться! Вот иди! Нет! Короче, я надеюсь, ты же умный пёсель. Иди, выполняй. Ага, мало. Да в смысле? Помогите! А ну иди сюда, Данил! Не приду я на дерево, Собакин, кусай Херейда!
Спасибо, Экс-Данил! Не за что. Я тебе мстить буду, я тебе ночью приснюсь. А! В смысле? Да, чё? А как? Так, в смысле банан поджарь? А кто банану картошку какую-то термоядерную передал, чтобы банан за секунду взорвался? А, 4 секунды? Ой, Чадик, ты бы назад посмотрел, хоть это... А я все это время сзади тебя бегал. Ой, господи. Артём, иди сюда! Нет, иди лесом, не надо меня догонять. Я на всякий случай спрячусь, то я знаю этих ненормальных. Они сейчас ко мне побегут и мне картошку придадут, как это было с бананом. Не-не-не-не, я живым не дам, все помогите! У кого это картошечка? Ты еще раз на собаку передашь картошку? Еще... Да не стреляй, ты нечестный! Еще раз стой на месте, я застрелю! Не буду я никому передавать! Стой на месте, хер! Только нет! Только попробуй! Да я не к тебе, вот только попробуй мне... Ты зачем стреляешь? Ты что сделал? Господи, это было совершенно случайно. Я просто случайно на кнопку нажал. В смысле? Да почему опять у меня-то картошка? Экзонил, Соня, на карте. Артём, иди сюда, вернись! Мне сейчас очень стыдно, почему-то резко стало перед Хередиком. Ты чё, женщина, оборзела, что ли? Да за что ты так нельзя передавать надзирателям! Собаки, отсталкивай вот эту, сталкивай Ксюху! Ты какую? Ты чё, зачем меня сталкивать? О, топчик! Нет! Он сгорел у меня на глазах. Какая картошка у меня? Где все-то вообще? Я не понимаю, вы куда попрятались? Только попробуй к собаке, ты только попробуй. Слушай, да вы вообще очумели, все берега сегодня попутали. Вы почему собакину картошку даете? Вон там отомчик сверху, иди к нему, собака, что ты ко мне пристала? Нет, ну я тут при чем? Нет! Отомчик, ну иди ты сюда, пожалуйста! Куда ты побежал? Ну я же аккуратненько, прям совсем... Да я не хочу твою картошку видеть! Последнюю секунду! В смысле, как ты мне ее передал? Иди сюда, иди обратно! Да почему эта картошка мне досталась? Почему не Артему? Ты где? Да я на карте, как бы, Ксюх, но не надо мне картошку эту свою давать! Ой, иди сюда! Ой, осталась последняя Ксения, я остался последний отомчик! Нет, 3 секунды! Один! Нет! Это чё, я выиграл, получается, что ли? А то, что Собакин ещё жив, это ничего, Собакин! Убегай! Собакин, иди сюда! Блин, да я не хочу проигрывать! 10 секунд осталось, да как тебя догнать-то? Вы, походу, вообще ничего не поняли в этой жизни, как я понимаю, да? Нет, я взорвался! В смысле нет? Да! Ты взорвался! Так это же Катин подарок! Как он вообще выигрывать-то может? Пока этот Катин подарок находится только в Майнкрафте. Наступит тот день, когда я перенесу его в реальную жизнь. И этот день наступит прям ой как скоро. И вот тогда вот Атомчик он уйдет из Майнкрафта и больше тебя никогда не потревожит. Поздравляю, Собакин! Хоть ты помощник надзирателя, но у тебя это... 1 балл. Второй раунд закончен. 1 балл у Натахи и 1 балл у Собакина. И мне кажется, ответ на вопрос, кто же сегодня победил во всей игре в кальмара, очевиден. Только посмей сейчас сделать то, о чем я думаю. Ну и что ты на меня смотришь, шурма ходячая? Ты ведь понимаешь, если ты мне победу сейчас не дашь, я в натуре тебя съем. Наташенька, ну ты же понимаешь то, что это собака? У него же лапки. Ну, он никак сейчас не сможет найти ваше вот это вот камень, ножницы, бумага. Как ты с ним хочешь сражаться в финале? Это же животное. Логично то, что победу нужно отдать именно ему. Это не мои проблемы, что у него лапки. Правила есть правила, давай. Ну ладно, хорошо. Если хотите камень, ножницы, бумага, давайте тогда камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ну все, бумага, я выиграла. Вот, у тебя бумага, а у собаки были ножницы. Да в смысле, у нее ножницы, это же собака, да как она вообще может выиграть, что она вообще-то делает? Да ну нафиг вас, я больше не буду с вами играть. Наташа, я предлагаю организовать банду против этих собак. Полностью поддерживаю тебя, это что за беспредельщи вообще? В смысле, этих собак
если здесь только одна собака? Ты где здесь вторую увидела? Да какая разница, одна собака, две, у нее лапки, она не может участвовать, она не участник. Она участник, она не может только в камень, ножницы, бумага, поэтому я тебя поздравляю, собакин. Она с вами два видоса записывает, у нее уже вот это, 2 балла. Ну вот и пошли, Наташ, мы здесь больше не будем играть. Вот именно, пошли, Ксюша, ну нафиг этих ваших собак. Ну наконец-то эти истерички ушли, нет, у меня уже башка разболелась. А собака реально милая. Да, Бобик? Сам ты Бобик, я тебе еще раз говорю, у него еще нет пока имени. Ну пусть пока Бобиком будет, что, не собакой же ее называть.